привет! Я на своей кухне сегодня буду делать корейский салат, но я не собираюсь делиться с вами своим рецептом. Канал у меня не кулинарный, а сегодня я хочу просто показать, какая у меня есть чудо-машинка для нарезания моркови. Так она выглядит. Это просто проталкивать держалка для моркови. Так выглядит терка. И вот такой стаканчик для моркови. Все, ну и кнопочка включения. Выглядит вся морковь, полностью распустилась спиралькой, все идеальная толщина, длину можно порвать, я разрываю потом немножко, потому что она, ну, на всю длину сплошная спираль.